муниципальных образований, начиная с Анучинского района и заканчивая Пернейским. Удалось собрать по карте очень низких в связи с протяженностью дороги, погодными условиями и помещения. Сами видите, пока еще строится. Но, тем не менее, спасибо большое всем, кто уделил внимание нашему мероприятию. Мероприятие будет посвящено взаимодействию церкви и армии. Сейчас всем известно возрождение былых традиций, а русское воинство, оно испокон веков было православным. И сейчас и государство, и командование армейское, и церковь уделяют этому большое внимание. При воинских частях создаются храмы, молельные комнаты, появляются гражданские специалисты с соответствующим теологическим образованием, которые помогают командирам частей решать вопросы религиозного характера, потому что страна наша многонациональная, и всем известно, что на территории нашей страны четыре религиозных объединения, которые имеют официальный статус. Это православная церковь, католическая церковь, иудаизм и буддизм. Но у нас испокон веков православная церковь была тем стержнем, который объединяла не только государство и воинов, но и религиозные конфессии. Не было у нас религиозных войн на территории нашей страны, в отличие от других стран. Не было таких лозунгов, что хороший индеец — мертвый индеец, или хороший икут — мертвый икут. Не было, все были братья. Благодаря именно позиции Русской Православной Церкви, той морали, той идеологии, которую нес наш великий народ на вот эту всю огромную территорию, которая сейчас является нашей родиной. И первое слово предоставляем. То есть у нас наше мероприятие, оно разбито на несколько блоков. Первоначально это такие установочные блоки, концептуальные, значения, которые несут. Это социальная концепция Русской Православной Церкви. Именно тот пункт, который описывает отношение церкви и армии, то есть позиция церкви к армии, как церковь это видит. Следующий доклад, слово предоставляется докладчику Юрию Александру. Основа социальной концепции Русской Православной Церкви о взаимодействии церкви с вооруженными силами. Пожалуйста. Поставьте в середину.